Ребята, всем привет! Вы на канале Рисунки по клеточкам или Пиксель Видео. Сегодня мы нарисуем покемона. Вот отсюда одна клеточка, три клеточки вниз. Раз, два, три. С этой стороны тоже три клеточки вниз. Вот тут одна клеточка, две клеточки в бок, две клеточки вниз, три клеточки в бок, ниже две клеточки в бок и одна вниз. Тут две клеточки и вот тут еще две клеточки. По диагонали одна, в бок четыре клеточки и одна наверх. Тут вниз 2, по диагонали 1. Тут по диагонали 1, вниз 4 клеточки, 2, 3, 4, 3 клеточки вниз и 3 клеточки в бок. 2 клеточки вниз, 3 клеточки вниз, 1 по диагонали, еще 3 клеточки вниз, ниже 2 клеточки, еще ниже 2 клеточки и еще ниже 2 клеточки. Тут мы рисуем три клеточки в бок, одна вниз, одна по диагонали, и тут соединяем три клеточки. Теперь разукрашиваем. Берем красный фломастер, обводим вот эти четыре клеточки и одну. Закрашивать будем. И вот это три клеточки и две. Тоже закрашиваем. Берем желтый фломастер, закрашиваем две клеточки тут. Вот тут две клеточки закрашиваем. Вот тут две клеточки закрашиваем. Тут две клеточки закрашиваем. И вот тут две клеточки закрашиваем. Берем черный фломастер и вот тут две клеточки одна. Тоже закрашиваем черным цветом. Берем зеленый фломастер и закрашиваем как на видео. Закрашиваем все, кроме крестиков. А крестики закрашиваем черным цветом. Вот такой покемон у нас получился. Ребята, напишите в комментариях, как его зовут. Также переходим по хэштегу, смотрим видео. Делимся видео с друзьями. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Все, пока. Пока-пока. А также нажимаем на видео, которое у вас на экране. Это раз, два, три и четыре. Все, пока. Пока. Thank you.